Всем привет! Исходя из названия, вы, наверное, уже поняли, что сегодня нас ждет. В общем, зашел я в онлайн, решил что-нибудь заиграть. Сначала нажал быстрый поиск соперника, никого не нашло, никаких не было создано матчей. Я сам создал, и какой-то чувак зашел. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Я выбрал перед началом, чтобы отключился контент скачанных рестлеров. Ну, нельзя, чтобы было их ставить. Только обычных, дефолтных, и, в общем, я выбрал Рока, соперник выбрал Сину. Матч у нас со столами будет. Я чувствую, я сейчас опять проиграю. Онлайн-матчи это не мое, тем более со столами. Я думаю, сейчас мне AA сразу на стол прилетит. Я надеюсь, по крайней мере, хочу, чтобы не зависало ничего. Тогда, может быть, я что-то смогу сделать. Если будет как всегда, как обычно, то я уже уверен, что я проиграю. В общем, выходит у нас Рок, это я первый. Сейчас поднимет руку вверх, и я пропущу. Отлично. Я надеюсь, наш соперник тоже не будет тянуть долго с выходом. Немножечко, а он вообще не будет его смотреть. Потому что он его 500 раз видел, наверняка, да и я бы тоже не смотрел. Хотя вот по онлайну так поинтереснее будет с выходом немножечко. Ну, не захотел, не захотел. Погнали. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как зависают. Видимо, чувак играет из какой-нибудь Албании, там, из Гондурас, какого-нибудь очень далеко. Ну, наверняка нет, из Америки, как и большинство тех, кто играет в эту игру по онлайну. Ну, так вот зависает, это просто жесть. Я так и думал, что я сейчас буду вставать, и на меня будет сразу же набрасываться. Тут хрен реверсируешь. Ну, вы сами просили матч онлайн. Ну, многие из вас, ну вот смотрите, раз спросили, как вот тут можно выиграть, я тут даже не могу ничего сделать. Если я буду реверсировать, как-то это будет случайно, вот. Первая же случайность. И реверсирует также наш соперник. Почему Рок не может сваливать? Да ты... Поэтому я не люблю матч онлайн, вот сами видите. Он будет стоять сейчас и дождаться, когда я буду вставать. Ты дурак, что ли, удержание хочешь сделать? Матч с столами, блин, кретин тупой. Смотри, прежде чем зайти в матч-то. А, сука, реверсирует. А, блин, вот я не люблю. Лучше бы я с Антоном сыграл или еще с кем-нибудь. Черт. Если он сейчас меня будет опять тащить в центр, чтобы сделать удержание, я поражу над этим странным парнем. Вот он опять реверсирует. Ну, у него наверняка ничего не лагует. Вот уже у него есть AA. Почему бы и не провести? По-моему, я среверсировал, да. Да ну тебя в жопу. Я лучше уйду отсюда. You can see me, да, зато у тебя сейчас финишер пропадет. He's the most controversial superstar in WWE history. There is only one John Cena. Вот тебе посечечка, кретин тупой. Я тебя жду на дуэль, когда ты встанешь. Сука, забрал стул. Стол, ну, я буду очень сильно ругаться, точнее, что я уже и делаю, ну, потому что я не люблю, когда у меня лагует, и вот по онлайну любой соперник, и на него можно обзываться. То есть я обзываюсь не на Сина, а на того, кто играет против нас. Если вы, например, это играли против меня, то, извините, я не хотел, ну, я представляю себе играющего против меня толстого американского какого-нибудь мужика, сидящего в Макдональдсе на Wi-Fi, принес с собой, может быть, PS3, ну нет, конечно же, это, может быть, нелепая шуточка. Так, ух, вот этот клоузлайн я люблю. Был у меня, кстати, были у меня треугольнички, ну, вы видели, может быть. То есть я мог встать быстренько и провести что-нибудь. Например, рок-ботом. Синий. Блин, как же я быстро бегаю. Это как Мик Фоли в том матче, где мы играли с Ивановым. Ну вот, реверсировал он. Сейчас он получит, может быть, рок-ботом. Иди сюда, сволочь. Подсечку мне делает.
Я пытаюсь встать очень-очень-очень сильно. Давай-давай-давай-давай-давай. Финиша, пожалуйста. Рок ботом. Жалко, там стол не стоял-то, а? Было бы сейчас охеренно. Почему я так быстро передвигаюсь? Я обожаю эту игру. Чувак, видимо, постоянно нажимает R2, чтобы среверсировать, потому что я как бы пытаюсь не сразу подойдя, ну, подойдя к нему, провести прием, а вот как бы схитрить. Но даже когда я пытаюсь схитрить, он все равно реверсирует. Почему-то. На тебе нэкбрейкер. Куда? Вперед бросать будет рок. Жалко, 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 я не направил. Только туда, куда нам нужно было. Ну, вперед бросает рок, значит, нам нужно как-то вот, как-то в другую сторону, черт возьми. Ну ладно. А так у меня был очень хороший шанс, но так, наверное, будет не очень интересно, когда с суплексом обычным я кину соперника. Он что-то не особо-то реверсирует. Точнее, пытается. Так вот забавно сейчас выглядело это все дело. Сделаю я еще одну какую-нибудь штучку типа краба. Нет, нет! Не успел, не успел я. Зря не затеял я эту всю билиберду. С крабизмом. Не знаю, как это назвать. Ну, с насмешками над Синой. Я и... Ты чё, тупой, что ли? Ты прям как все рестлеры, которые против меня дерутся в, ну, как бы, комп. Берет, скидывает стол со стола. Совсем крыша поехала у челочелы. Ну, я понял, что он хотел сделать. Он хотел поднять стол и сразу меня положить на него. Но мне кажется, если он на меня прыгнет... А, ну да, он победит. Черт. Не дам я тебе это сделать. Получай, бульдог. Ты меня херачишь, когда я ставлю стол. И вот и получи оплеуху. На тебе. Хоть и криво, но упал на стол. Блин, как же лагует-то. Хоть и я забегал, кстати. Самодроп. Жалко, что не то, что я хотел. Сигнатура, может быть. Спайнбастер, а теперь будет People's Elbow. Хотя бы я это сделал, я уже буду собой доволен. Пусть даже я и проиграю. Ну, какой-то чувак, видимо, не задрот, так как он вроде бы и реверсирует, но он меня не выигрывает. Как бы не доминирует, я бы сказал. У меня есть... Ну, небольшое преимущество, ну как сказать, ну да, небольшое преимущество, в смысле маленькое, точнее, большое, но как-то я не очень эффектно им пользуюсь. Вот видите, опять реверс. Я вроде тоже реверсировал, нет, DDT, ну так может быть и поинтереснее все-таки, но если бы ей не подвисало, то было бы вообще перфект, я уверен. Вы тоже так думаете, но вот все-таки подвисает. С реальным человеком хоть не так как-то все на автоматизме делается. И он меня побить может, и я его побить. Самое главное, чтобы не задрот попался, как здесь бывает. Часто создают своих каких-нибудь киборгов, и хрен их победишь. Но вот Сина здесь очень реверсирующий так-то человечек. Ну, не знаю. Блин, отвали. Ой, я вроде реверсировал. Сейчас бы что-нибудь замутить. Нет, опять он реверсирует. И опять я реверсирую. И... Эй, я первый ударил. Блин, опять подсечка эта нелепая. И у меня мало полосочки. Уже стало. Жалко, рок не может выкатываться. Может быть, я это говорил уже. Ладно. Сигнатура есть у... Джонни. У нашего Джонни. Проводим нэкбрейкер. Блин, опять он
Нажимает на реверс удачно, и сейчас будет, видимо, суплекс мне на стол. Нет. Покрутил он в другую сторону, хотя я думаю, мог он докрутить до того стола, и я бы проиграл. Черт, вставай, Рок. Нет. Ну, и не среверсировал я. Есть опять сигнатура. Блин. Все, походу это конец. Нет. Нет, не направляет наш соперник нас на стол. Ну, видимо, хотел сделать you can see. Я очень бы хотел это среверсировать и провести рок ботом, как это было на WrestleMania. К сожалению, здесь я не могу такого сделать. Игра не позволяет, собственно. Ой-ой-ой, не люблю, когда нас плющит, шатает. Фейсбастер. И не хочу я AA на стол. Не хочу. Нет, нет. Ну, пожалуйста. Нет. Ну, не долечу, может быть. Нет, все-таки долечу. Он так подкрался к столу, и все. Я проиграл. Ну, я похлопаю этому мужику. Пацану, бабе, маленькому, толстому, не знаю, большому, худому. Не знаю, какой национальность. В общем, похлопал я уже этому человеку. Он победил, провел красивый бой. Может быть, он, может быть, я. Дал мне подоминировать, провести рок-ботом People's Elbow. И сделал он AA на стол. Но это было как-то по-читерски. Просто стол стоял далеко, он как-то подкрался боком к этому столу. Может быть, какое-то самонаведение есть в этой игре. А вот сейчас я запишу ник этого человечка. Попробую его найти. PlayStation Network, если что, скажу, какая у него национальность была. Что тут у нас? E30 Килос 30. Вроде Килос или КЛЛОС. Ну, в общем, ладно. Такой вот получился онлайновый матч. Всем спасибо за просмотр. Всем покеда.